Прабудись, Киргизстан, Дух Божий с тобою. Доброе утро всем, кто сейчас участвует в этой трансляции с нами. Да благословит вас Бог обильно и всю вашу семью. Сегодня среда, 2 августа. И мы начнем сегодняшний день, хорошо, с молитвы Богу. Мы сейчас вместе помолимся и попросим, чтобы Бог нас благословил в этот день. Аминь. Давайте обратимся к Нему сейчас. Это момент молитвы. Давайте сейчас поговорим с нашим Господом. Мой Бог и мой Отец, во имя Иисуса Христа мы сейчас обращаемся к Тебе в молитве. Новый день начинается, и мы благодарим Тебя, Господь, за дыхание жизни, за здоровье, за то, что мы смогли встать, и за то, что Ты всегда с нами. Спасибо Тебе. Господь, мы просим, благослови сегодняшний день. Направь, мой Бог, каждый шаг наш в этот день. Дай нам мудрость, чтобы мы могли принимать правильные решения. Дай нам силу, чтобы мы могли поступать по вере, Господь. Помоги, мой Бог, нам. Все наши планы на сегодняшний день мы отдаем Тебе. Ты знаешь вопросы, которые нам нужно решить, то, что нам нужно делать. Мы просим, помоги, мой Бог, нам. Поставь Твоих ангелов вокруг нас. Защити нас. Защити, мой Бог, нашу семью, наших друзей. Защити нас от аварий, катастрофы, от проклятий, от злых людей, от всякого плана зла. Мы отдаем, Господь, всю нашу жизнь Тебе. И мы по вере провозглашаем, что сегодняшний день будет успешным для нас. Будет благословенным для каждого из нас во имя Господа Иисуса Христа. Мой Господь, мы также молимся за нашу страну. Благослови, Господь, Киргизстан. В Твоем слове написано: блажен народ, у которого Господь и есть Бог. Ты наш Бог, и нету другого. Мы молимся за всех жителей нашей страны. Пусть, мой Бог, у людей появится желание прийти в церковь и познать Тебя. Пусть, мой Господь, будет спасение в нашей стране. Мы молимся за всех жителей, за правительство, за президента, за людей, которые имеют власть в нашей стране. Господь, мы молимся и за другие страны. Сейчас с нами молятся люди из разных точек этого мира. Мы соединяем нашу веру, и мы провозглашаем. Да будет спасение, да будет защита, да будет свет там, где они находятся. Господь, мы молимся за мир в Израиле. Мы молимся за мир между Россией и Украиной. И мы по вере провозглашаем Твою защиту и Твое благословение. Дорогие друзья, помолитесь со мною сейчас, пожалуйста. Отче наш, суще на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим. И не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть царство и сила и слава вовеки. Аминь. Слава Богу! Дорогие друзья, я верю, что Бог услышал нашу молитву,
и что Он уже благословляет каждого из нас во имя Господа Иисуса. Аминь. Вы верите в это? Я хочу сейчас передать вам направление на сегодняшний день о том, что написано в Слове Божьем. Мы прочитаем книгу Даниила, 6 главу, 3 стих, где в Слове Божьем написано вот так. Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством. Дорогие друзья, Даниил оказался в чужой стране, где он никого не знал, не знал культуру того народа, знал, что они не верили в Бога, как он верит. Но написано в Библии, что он начал отличаться от других людей, потому что в нем был высокий дух. То есть, он делал не то, что другие делали, но он делал то, что Бог направлял его сделать. Дорогие друзья, там, где вы работаете, вы хотите отличаться от других людей, то есть вы хотите побеждать, достигать успеха, вы хотите, чтобы каждый день был для вас успешным, благословенным, то перестаньте делать то, что люди делают. Перестаньте обращать внимание на то, что люди говорят, и начните поступать по вере, по Слову Божьему. Сделайте не то, что люди хотят, чтобы вы делали, но что Бог хочет. Вы будете отличаться от других людей, и вы увидите разницу в вашей жизни. Аминь. Это Слово Божье для нас на сегодняшний день. Каждый день мы начинаем хорошо с молитвы Богу. В 6 утра по бишкекскому времени вы можете присоединяться к нам. Напишите в комментариях, откуда вы молитесь с нами. И в ваши комментарии добавьте вот эту фразу. Я не буду обращать внимание на то, что люди говорят. Я буду поступать по вере. И мой Бог меня благословит. Аминь? Это точно. Дорогие друзья, мы ждем вас сегодня в Центре помощи Кыргызстана в 10 утра, в 15.00, 18.30 на служении Школа Веры. Мы до служения будем омывать руки всех людей и будем молиться, чтобы Бог благословил все дела ваших рук. Мы вас приглашаем. Кто смотрит издалека, 18.30 онлайн служение. Пусть Бог вас благословит, всю вашу семью. Идем вперед, знаешь, с Богом. Знаешь, чего хочу, знаешь веру ты мою, мой путь знаешь и мою историю. От мира отвернулся я, мою жизнь тебе отдам. Это самый лучший выбор, что я сделал. Друзей я потерял и иллюзии оставил. Говорили мне, что я не устаю. И среди одиночества прекрасно понял я, в разгар скорбей твоя рука меня вела. О, если бы я знал, как хорошо за тобой идти.